Доброго времени суток. Помните, как выглядела эта комбинация приборов? Вот видео с фотографии со страницы продавца этой комбинации приборов. Вы видите продольные поперечные царапины вот здесь вот на шкале спидометра, там где пятерку, да, пересекает. Я вообще думал, что это трещина пластика. Так вот комбинация приборов выглядит уже детально, когда я ее принес. Множественные, видите, потертости. Сейчас эта комбинация приборов выглядит, ну вот, приблизительно так. Хоть и видно более глубокие царапины, но они потихонечку зашлифовываются. А сейчас я вам покажу, чем я полировал пластик. Для этого я взял тонкую полировальную пасту и жидкую полироль пластика. То есть наносим на пластиковую поверхность точечно пасту полировальную. Для простоты брал обычную салфетку. Черный пластик, вот эта вот окантовка, она красится. То есть, когда ее полируешь, она оставляет след. Вот, после того, как у меня высыхал полироль, я его сбрызгивал жидким полиролем пластика и той же салфеткой просто насухо протирал. Видите, пластик словно, ну, вот не 154 километра, тысячи километров пробежал, а гораздо новее. И вот я вам покажу сам процесс. Немножечко, конечно, убыстрил видео, иначе смотреть это очень долго и муторно. Наносим круговыми движениями, располировываем. Здесь несколько неудобно держать. Ну, просто если более удобную позу занять, то можно и скорость увеличить, что на видео можно не убыстрять. То есть все это вот так вот долго, тщательно, особенно в местах проблемных. Больше движений рукой, не обязательно даже круговыми, вот здесь покажу. Уголок сейчас буду зачищать. Там прямо вот на этом зацикливаемся, протираем, затираем, пока буквально вот не насухо выходит. Чуть-чуть даем, подождем, пока высыхает. Сбрызгиваем, опять же, просто сверху жидким полиролем. И опять же круговыми движениями это все снимаем. Снимаем полировальную пасту и плюс уже полируем сам пластик уже жидким полиролем. Ну и уже чистой салфеткой мы насухо протираем. Лучше, конечно, микрофиброй, либо тканью, там хлопковой, да. Ну и вот смотрим на сам пластик, что у нас получилось. Конечно, необходимо несколько подходов. За один раз вы вряд ли что-то снимете, но если раза 3-4... Вот так выглядит пластик после полировки. Каких-то былых следов потертости уже, ну, практически незаметно. Ну вот, приблизительно так полируется пластик. Спасибо вам большое за просмотр. Ну а как сохранить пластик в идеале, расскажу позже.